Приветствую, друзья, на канал ВБ Плей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Seven Days to Die. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Что ж, друзья, сегодня будем ожидать на следующий день у нас будет новая волна. Короче, к этому давайте подготовимся, походим, полутаемся, что-нибудь поищем интересненькое, да, чтобы более-менее собрать там материальчики. Нам нужно будет всякие разные клеи, металл, очень много чего нужно будет, чтобы мы нормально могли забенить. В первую очередь нам нужно сделать... Где они у нас получаются? Печечки, кузницы, да. 50 камней, кожа, да, вот нам сейчас проблемы с клейкой лентой у нас, конечно. Сейчас в первую очередь сходим, наполним воду. Наполним воду. Так, короче, дальше что мы нам? Пока мы тут занимаемся делами, пусть это крафтится, нам это все пригодится в дальнейшем. Сейчас отсюда вылезем. А, кстати, знаете, что я могли сделать? Подожди, сейчас, секунду. Ну, сейчас у нас раз... Подожди, сколько получается здесь? Раз, два... Раз-два, так, тогда получается два. Ну, сейчас мы просто наметим одну фишку. Нам это пригодится в будущем. Блин, плохо. Не хватит места нам. Я бы хотел, значит, ну, просто наметить. Раз-два, три. Мне надо еще туда, еще один туда кубик внутрь. Ладно, тогда сделаем это с этой стороны так. Получается, где у нас центр? Центр у нас, вот у нас центр, да? Вот у нас центр, да. Раз, о, блин, раз, два, три. А как так мы это делали? Здесь три получается, там два. Получается, а, ну, я понял. Это мелочи жизни. Не надо зря внимание на это дело. Я просто сейчас покажу, как это будет выглядеть. Надо 4, походу, да? Сейчас проверим точно, чтобы не ввести себя в заблуждение. Так, короче, получается вот такая у нас тема. Сейчас, друзья, вам тут покажу наглядным примером, как это будет у нас выглядеть. Так, мы ставим, сначала вот такую нить сюда, вот сюда. Чуть-чуть побольше я сделал на всякий, чтобы запас у нас был. Сейчас проверим, как это будет выглядеть. Вместе с вами, друзья, проверяю сейчас, потому что, ну, как мне надо заценить, что-то это вообще получается из этого у нас. Так, подожди, как ты встал? Не так, ты блок не так стоишь. Вот так должен стать. Почему ты вот некрасиво здесь стоишь? Так, подожди. Все правильно. Дальше у нас идет большой блок. Даже не большой блок, а... А, да, большой блок, походу. Сейчас заценим. Нет, небольшой блок. Идет блок. У нас блок такой идет. Вот так, сейчас, секундочку. У нас идет вот... такой блок. И ставим его вертикально. Да, блять, ну что ж ты издеваешься надо мной так? Хорошо, так. Вертикально. Под прямым углом, а не вертикально. Можем скопировать. Да, вот так. Хлыбысь. Сюда у нас уже идет. Ой. Да я, блядь, застрял. Сюда у нас идет уже полный блок. Полный, то бишь. Вот такой. Раз, два. Потом сюда у нас идет уже, опять же, прямой блок. Вот так. А сюда у нас пойдет вот такой маленький уголок. Ну и закончим мы это дело тоже, опять же, маленьким уголком. Но сначала надо большой поставить. А для этого нам надо еще одно местечко. Вот так. Отлично. И для того, чтобы это все укрепить, нам надо пару блоков.
Потом, конечно, мы еще штрихи там добавим. Даже так, подожди. Что-то где-то не так. Подожди. Где ты? Нет, это уже не тот. Нам надо еще маленький блок. Где ты? Подожди сейчас. Вот этот. Но он не хочет остановиться здесь, паскудник, а? А почему так? Так, ну все правильно. Ну. А если мы сюда поставим большой блок? Подожди, сейчас секунду проверим. Физику проверим. Или это все правильно здесь работает? Нет, это не так. А, ну тогда мы просто сделаем чуть попроще и все, и чем нам париться здесь вот так. Так все равно они сюда не западут. А так у нас более красивенько выглядит сход. И вниз, все. И они упали. И они уже сюда не вернутся. Вот такие дела. Но это опять же, идите у нас, друзья, опять же, надо будет полностью вот так обделать. Но это уже не так страшно, как это выглядит. У нас сейчас инструменты мощные, они мощно дамажат блоки. К тому времени мы еще подкачаемся. Давайте сейчас пойдем полутаемся, чуть посмотрим. Кстати, мне вообще бы идеально, блин, использовать какой-нибудь... Вот и я о чем говорил. Так, мне надо силу повысить. Ну, сейчас проверим наши, мои скиллы, вернее. Потому что, ну, я очень вложил много в добычу ресурсов. В крафт, да. Как видите, у меня все почти что максимум вкачано здесь. Да, сейчас только надо... силу вкачать в 10, в 7, да, но я думаю, я и вкачаю в 7. Я сначала закончу этим, чтобы мы уже могли сделать уже 6 уровень. Вот, 5 тут будет уже... На 50% урон повышается, да, и вообще бомба будет. Так что пойдем сюда. А потом уже будем входить, потому что надо тоже вкладывать, сюда надо вкладывать, да, кузнец-мастер. Это что у нас? Нет, короче, идем. Значит, что тебе надо? Тебе надо интеллекта 4. Пойдем сюда сначала. Здесь будет еще один очок, да. Потому что нам нужно будет бетономешалка обязательно. Потому что, ну, бегать по домам, делать бетон, во-первых, это небезопасно, во-вторых, это довольно-таки далеко надо будет бегать. Так, сейчас разобьем это все дело. У нас стальной топор, мы нашли 2 уровня, да, довольно-таки неплохой. А вот мне просто бы интересно было посравнить параметры 2 уровня и, например, 5 железного. Сколько бы был бы урон? Ну, скорее всего, урона было бы больше, чем у этом стального. Ну, как стальной сломается, так мы и сделаем новый. Так, короче, пошли попить водички и пойдем полутаемся. Нам нужны кости, нам нужно очень много всякого. Короче, в магазин сбегал, купил пожрать себе чуть-чуть, потому что, ну, не было нигде. Так, это выпьем. Сейчас выложим весь инструмент, который нам не нужен. Заберем банки все, склянки, чтобы наполнить воду, потому что побежим мы в тот конец. Она нам пригодится. Выкладываем все ресы пока что. Это нам не нужно. Кости тоже не трат, тоже не надо. Так, все это складируем. Кстати, у нас тут есть железная дверь одна. Мы могли поставить железную дверь одну туда. Ну ладно, это черт с ним, это не так уж важно сейчас. Так, железо. Шишечки я сюда положу пока что. Мясо, жир сюда. А кусик пусть стоит, валяется. А даже вообще не нужен мне. У меня патрон. Патроны есть, но это мы оставим на волну. Дробаш здесь можно бы починить. Давай починим дробаш. Довольно-таки имбовая вещь. Особенно куча зомби, когда там на тебя нападают. Короче, здесь у нас латунь. Сколько у нас железа? 14 вообще. А, потому что мы сделали сталь. Вот она есть. Не сталь, а железо. Это переложим сюда. Так, отлично. Это можно разобрать. Чертям на собачьи. Так, у нас 7 отмычки. Так, это нужно выложить, потому что мы сейчас загрузимся по максимуму. Так, нож, молоток нам... Молоток нам не понадобится сейчас. Пока что мы выложим сюда, к модулям. Нам надо кирку можно взять, топор оставим, лопату нам не нужно. А, ну может, цементом будет. Цемент сейчас нам нужен.
Это можно переложить сюда. Это возьмем с собой, мало ли что. Гаечный ключ тоже возьмем с собой. Баночки, знаете, возьмем. Нам нужно место сэкономить. То, что еще в мула бы вкачать, блин. То бишь переносимый вес. Короче, побежали сначала за водой. И там уже оттуда будем отталкиваться, куда пойдем дальше. У нас вот туда надо сбегать, недалеко. Очень хорошо. Довольно-таки удачное место у нас получилось, да? Вообще шикарно. Так, я не пожрал, да? Ну ладно, мы сейчас пойдем лутаться, что-нибудь да найдем. Здравствуй, зомбарь. Блин, ты надо было биту взять. Патроны тратить, что-то мне вообще не хочется мне. Ну ладно, черт с ним, что делать. Здравствуй. А что ты замахиваешься, блядь? Ты еще даже не подошел ко мне вплотную, он уже замахивается. Вот тут у нас водички. Мы набрали водичку, она считала еще больше. Это радует. Так, короче, что это за место? Довольно-таки укрепленный. А, разобьем. Что? Это зомбарь проснулся. Вот клей. Давай убивать дверь, чтобы меня не надо было убивать. 20 энергии сжирает один удар. Строители жестокие, пацаны. Сколько вас здесь, пацаны? Ой. Ну да, оно с оружием слабенькое, блин. Оно довольно мало дамага наносит. Так, извиняюсь, друзья, что нет веб-камеры, блин, это надо настроить ее, потому что мне не нравится, как это выглядит все. Потому что, ну, я новичок в этом плане, и у меня должна быть картинка идеала. Хоть, может быть, и камера нам позволяет это сделать, не знаю, там чисто с настройками поиграться, так что не обессудьте. Попытаюсь сделать все возможное, чтобы уже в будущем это все починить. Так, что у нас здесь? Здравствуй, пацан. Промазал. Так, что здесь еще что-нибудь нет того? Где наш дробаш? Надо дробаш взять. Руки, блин. Где дробаш? Это разобрать. А, я понял. Я понял вас. Я понял вас. Он булыжники делает до сих пор еще, да? Ну, это неплохо, неплохо, конечно. Короче, полутаемся, что у нас здесь есть. Так, где дробаш? Дробаш, дробаш, дробаш. Дробаш возьмем, если на ножах пока что. Тут, блин. Здравствуйте. Вот заходи сюда, женщина. Я вновь тебя-то... тебя снесу башку. А тут вообще нихуя нету, да? Очень печально. Это что, это радиостанция, что ли? Радиовышка, что ли? Ну, скорее всего... Опа. А, есть сейф. А, это хорошо. И 4 отмычки. Супер. До свидания, ты кто такой, как говорится, да? Заперто. Открываем. Надеюсь, тут отмычек много не просрем. Так, 6. Блять, ну одну уже просрали. Вон сейчас 3 секунды, если пройдем, все нормально. Отлично. Что у вас здесь? Ружье, арбалет, ну так себе удовольствие. Ну ладно, хер с ним. Мне бы сейчас что-нибудь покушать. Где-то... А, здравствуй. Так, что это за домяра? Что за дом? Если это можно назвать домом. Тут есть, разнесли его в черть. Сломался он.
О, что-то там вроде похоже на ферму, да? Давайте сюда ломанем. Тут кукуруза растет, кстати, еще. Ну, тут, ладно, возьмем. Ах ты жопа. Ладно. Зеленый кукуруза нормально растет. Ну, типа, можно использовать. Ладно, пошли на ферму. Что-то вроде похоже на ферму, да? Тут свинки, да? Стоп, блядь. О, вот это хорошо. Явно были свинки когда-то. Хера. Ну ладно. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ох ты, блядь, все кукурузы. Ну явно, если это кукуруза, она будет увядчая кукуруза только, да? Ну, ладно, соберем эту дрянь. Здесь можно даже свой огород строить, да? Ну да, тут вот у нас кукуруза-то есть, но она вся вялая, завяла уже все. Ну вот зеленая есть. Все, соберем все равно, пусть он тут не мозолит мне глаза. Сдалека, как говорится. Давайте зеленый соберем просто, который мы можем реально использовать. А ты тут, блядь, долбать это все бессмысленно. Так, все, зеленых больше нету, нету. Так, пошли сюда. Тут какие-то двери открыты. Ага, берем оружие. Ну вот и цемент. Кобальт. Кобальтстоун, да, не цемент. Так, где у нас там? Ай-яй-яй. Довольно-таки много. Вкусняшек. Бля, там змея. Тоже противная тварь. Что это было, блядь? Ты охуела? Серьезно, здесь дробаша тебя не убить, нах? Ты чё, охуела? Ты такой, ты пиздец, я сейчас скажу так. Песок надо выбросить, нахер не нужен камень, нахер не нужен. Это чисто тоже забивает место, не надо. Свинец. Не нужен у нас дофига свинца. Синтетик нужен, а все остальное нужно. Где-то тварь. А вот он. Морда, бля. А ты куда ломишься, дебил? А тут же ночь будет, они сейчас будут, бля, летать у меня как ракеты, нахуй. Так. Надо будет ночью-то перекантоваться, блин. Так у нас никакой лампочки нет, ничего у нас нет такого. Сейчас соберем все, что можем. Пока светло. Ну, покушать что-нибудь. Ну да, попить тоже так сойдет. Так, тут бенз. Нычка. Все пусто. Молоток сойдет.
пригодится. Сломанный верстак. Наконечники тоже могут пригодиться. Это что там, свинья? Как ты ее не сожрали, бля, интересно. Как ее не сожрали, вопрос. Эту хрюшу. Ладно, короче, полезли наверх. Тут уже ночь надвигается, блин. Ой, короче, пиздец, тут будет, похоже, сейчас будет такой массакра. Так, ружье в руки. И ждем. Сейчас, блядь, будут вылазить сюда. Давайте, давайте. Ну, короче, друзья, мы ночь перекантуемся, потом я к вам вернусь. Короче, ночь наступила. Ой, прошло уже, не наступило, вернее. Сейчас долутаем, здесь очень много цемента, все нас там забори... О, вот дропнули. Охуела ты вообще, Дань. Тут темно, походу, нихера не видно еще. Ну ладно. Сейчас расцветет. Очень нужные вещицы у нас здесь есть, да? Коблстоун, цемент. Очень все даже неплохо. Тут там ломится куда-то, где-то что-то пытается достать там. Так что здесь? Он сейчас не провалится к этим зомбарям, там, блядь, там целая куча туча. Ох ты, тут какая-то заначка. 45 патрон для калаша вообще. У нас, походу, это будет супер изи катка по поводу ночи зомбей. Ну что, ну? У нас там 200 с лишним патрон на кастика. А это довольно-таки много. Чтобы главное тут лестницы не было, блядь. Пацаны. До свидания. Окей. Окей, супер. Супер. Все равно спустимся, мы пиздели наваляем им, нам нужен опыт. Потому что там довольно-таки много мяса, которое нам нужно. Ну не мясо, а вернее. Ресы. А тут еще на крышу можно выбраться, смотри. Но главное, чтобы там не было этого, блин. Ты, блядь, как они заначку спрятали, смотрите, шакалы, а? Так, главное, вот смотрите, что... Ох ты, здравствуйте. Очень-очень няшно так. Очень хорошо, точно так далеко можно все работать здесь, все делать, все вообще отлично. Супер. Ой, так, так, тихо, спокойно. Ой-ой-ой!
Блять, я сломал ноги, ёбаный ты в рот. Офигеть. Так и думал, что будет такая хуйня. Давай, пацаны. Бегать не можем, шин у нас нету. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Были, хоть у нас бы какие-то обезболивающие, вообще было бы шикарно. Сколько вас тут, пацаны, блядь? Так, давай уже отстреливать отсюда. Все равно можно нормально походить. Да, потому что у нас, конечно, скорость не такая. А что ты не залазишь? Так, вот это надо забрать. Ну дайте, какая у нас скорость просто, блядь, патовая. Несемся со скоростью света, как говорится, блядь. Шины нет, ну мне ладно, шина хуйня, добудем, чем починим себя. Кости нам как раз это очень важная тема, в связи с тем, что мы сможем сейчас клей варить, да. Конечно, не так это эффективно, как, например, если мы бы использовали бы... Так, ну сюда я навряд ли заберусь, так у нас есть вот такая фишка тогда. Да ты издеваешься надо мной, пацан, блин, ну чё ты? А ты чё, прям тоже как человек, я же ноги сломал, блядь, ты не понимаешь? Ух ты, а как я так это пропустил? Это надо забрать. Такие вещи на вольной дороге не валяются. И там еще что-то осталось, ну да. А, так, где там был лут? А, там наверху был лут. Побежали. Ты, блядь, издеваешься надо мной? Вася. Сейчас буду два дня, блядь, бегать, пытаться за начка долезть, да? Или легче мне просто взять вот... Даже так ты говоришь, да? Ну ладно, сделаем по-другому. Просто так и пендриваешься. Сломанной ногой у нас не получается побегать. Воу-воу-воу! Ты охуел? Такой засад у меня. Он чуть не взорвался, блядь. Успели вовремя. Не люблю таких дяденек, блядь. Жестокие пацаны. Взорвется, мало не покажется. Так что у нас здесь медицина, да? Нет, тут инструменты. Дали бы мне бур вообще. Если бы дал бы бур вообще, блять, это был такой бы эпик. Дай мне шину. Шину, дай мне шину, пожалуйста. Что это такое? Уровень здоровья, смертельный холод, спредание жаре, вода, минус продолжительность на 2 минуты. Стойкость плюс 2. Ну это, блин. Это используем, конечно. Это заберем. У нас ноги поломаны, блин. Еще 33 патрона для кусика. А я шину могу создать сам? Походу нет. Где наш, блин?
А, могу. Лента мне нужна, изолента. Сейчас создадим изоленту. У нас есть клей. Блин, опять булыжники. И сейчас создаем шину. Надо было заранее посмотреть, блин. Все забываем, блин. Не минута простой, главное, это самое основное. Так, где шина? Шина? А где? А, вот она. Супер. Ну, заперто. Ах ты, блин, значит, будет что-то няшное. По-любому должно быть что-то няшное. Не зря я буду эти мычки сейчас тратить свои. Давай, сезам открой. Сука, сезам откроется, бля, открылся сезам так, что, блин, мало не показалось. Да ёшки-матрёшки. Отлично, что у нас? Ух ты, пушка. Пушка. Это мы поставим вот сюда. Где-то сюда. Модификация. Где-то вот я тебя видел только что. Замечательно. У нас грязь. Это, блядь, пушка еще есть. Это вообще супер. Ножик, фары. Что у нас тут? Может, что-то выбросить можно? Блядь, нет, вроде бы ничего не выбросить нельзя, но. Ладно. Посмотрим, что у нас здесь еще. Дайте бур. Это был бы имба. Имбово, конечно. Пила. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Пила вообще отлично. Металлическая дверь. Тоже надо. Что можно выбросить? Давай тряпки выбросим, да. Это мы собрали здесь, да, все, да, забрали. Так, а как мы вот туда доберемся сейчас, вопрос? А как по вообще, по идее, тут добирался вообще? Блять. Очень интересно. Там сено. Могу создать вот такие вещи. Мать. Вот это. Ладно, это выбросим. Булыжники где? Бля. А где камни? А. Это как так? Это что? Не нужно, не нужна нам лестница, блядь, в жопу. Так, надо вот сюда как-то. Тихо, ты чё так тебя носит? Заносит. Что, блядь? Вот это облом. Не, нахи, пошли отсюда, блин. Я хуею. Ну, шину мы уже не сможем создать. Пошли домой. Короче, пока мы доковыляем, туда будет просто пиздец. Плюс еще нас перевес жестокий. Да ну нахуй. Короче, весело. Короче, пока это все делается, давайте еще делать булыжники, блядь. Нам надо как-то 820 блоков. Нормально, блядь, войдет. Блядь, побежали, ну чё, медленным шачком. То, что мы сейчас тем кушать, так и мы ничего не нашли, по идее. Блядь, зато нашли всякого другого навалом, целую кучу. Бежи, дружище. Ну да, вот и пробежали, блядь, 2 метра, блин. Сейчас стамины вообще не будет. Я буду туда добираться, наверное, до конца жизни, блядь. Дай шрачку. Латунь. Иди ты в зопу. Не, ну, латунь нужна, конечно. Она нужна нам будет для патрон. Ну, блин, это будет жестоко. Бедный задыхается. Ладно, что, пробежимся? Блядь, ну это писец. Это будет долго.
Нам надо, что нам даже для шины, но надо изолента, а у нас ее нету, да, здесь. У нас есть кости целая туча, у нас есть грязная вода, которая нам понадобится. Так, кстати, давайте сюда это. Сейчас да затестим на нужное дерево. Я хочу проверить, как это работает вообще. Сколько он добывает дерево. Ну. Ну, не знаю, блин, 176. 176. Слабо, блин, вроде. Подожди, с топором. Сейчас проверим. Сейчас проверим. На 1200 там должно быть, да? 176 было, да? Ну, это будет такая же, я думаю, это будет такая же самая, просто 22. 43. А тут 20. Так. Ну, 176. А там было 100 с лишним, да? Да. Печально. Ну, единственное, то, что мы не тратим здесь стамину ни грамму. Если не ошибаюсь, да? Сейчас проверим еще раз. Да, мы не тратим стамину. Ну не, он по такой же самой, то что 176 900 дал, то единственное то, что нету, не используем мы стамину, по большому счету. У нас ноги сломанные, блин, сейчас это дерево там спилим, которое у нас здесь выросло. Прямо посреди дома. Надо убрать ее. Как, смотрите, как красиво все это выглядит. Сейчас двери поменяем, у нас она постоянно железная. Они нас все равно ставят здесь. Без толку, как говорится, в кармане пока что сидят. Тяжело, тяжело ему. Тут прям два дерева на еще впереди. Надо пожать сначала. Пилим, пилим. Я бы, конечно, лучше бы нашел бы бур, блин, но что же делать. Хорошо, что у нас есть уже это. Так, ладно, давайте. У нас есть? Нет у нас ничего. Это что? Боль утоляющая. Это нам что даст? Так, ничего-то не даст нам. Покушать надо. У нас, да, надо кушать это. С водичкой у нас что? С водичкой у нас все хорошо. Не шуми. Так, нам надо сейчас сделать, что нам надо сделать? Клей. 16 клея, неплохо, неплохо. 16 клея, это довольно-таки неплохо. Конечно, мы могли бы больше сделать, если у нас была бы хим-лаборатория, но что ж поделать. И все сразу. Так, что мы сможем с латуни? Так, слиток железа, сколько? Ничего. А что мы из глины можем сделать? Для чего нам тоже чисто глина нужна, я точно не помню. Латунь. У нас латуни очень много. А с латуни можно делать гильзы. Этими займемся. Так, это сюда, куда я пошел, это сюда, так, это сюда, сюда. Что еще здесь у нас есть такое, что мы могли бы закинуть туда? Масло. О, бензин. Масло. Трубы, кости. Жир. Так, надо создать факел. Вот что надо сделать. А для факела нужны тряпки. Забыли пока. Вот тряпки где-то здесь, да? Я уже выложил их. Да, вот они. И дерево. А что с деревом у нас? Дерево есть. Так, мне нужны тряпки. Нужны тряпки. Так, факела.
сколько можно сделать? 33, почему так 33? Нам надо 33, нам надо 2, 4, 6, 8 штук. Пока что хватит, 8. Чтобы более-менее видеть, что происходит в округе, да? Остальное можно выложить. Это можно выложить, это можно выложить, это тоже можно выложить, так. Это можно разобрать. Это выложить, выложить. Что еще можно выложить? Походу, что. Ладно, все. Мусорная пушка. Кстати, мы можем поставить ради прикола на базе. А! Мы можем, знаете, для чего ее поставить? Для этих стервятников, которые будут у нас лететь. Мы его поставим наверху. Кстати, дверь сейчас вынесем. Восьмерочка, так. Нет, нет. Дворога, иди сюда. Вот так. Отлично. Нам бы его поставить наверх. Но наверх мы сейчас не можем забраться пока что. А у нас есть блоки, да? Но я не хочу блоки использовать. Короче, будем ожидать этих паскудников с этой стороны. То бишь, этих летучих тварей. И что для этого нам надо? Надо сделать следующее. Это поставить так, взять руки. Пусть пока что здесь работает. А почему пушка не работает? Я не понял. Даже нет. Наш, знаешь что, друзья? Не ставим ее здесь. Да, блядь, ты издеваешься надо мной, что ж ты? Поставим ее на всякий случай сюда. Я смогу нормально пройти мимо нее? Да, все отлично. Так, значит, что нам следующее сделать? Так, это мы зацелим. Так, стоп. Это что я разбирал? А, это разбирал штуку, да? 150. Надо сделать патроши для мусорной пушки. У нас, получается, должны, да, изготовить. Цемент у нас дофига. Булыжников просто херва туча. Знаешь, что значит, пока у нас булыжников очень много? У нас где-то был молоток. Вот у нас молоток. Укрепим первые два ряда, пока у нас ночь не наступила еще. Кирпичом. Смотрите, как опыт гопится, да? Смотри, сейчас мы тут уже нормально, уже еще один левел поднимем сейчас. Вот и левел. Это еще не конец, как говорится, да? Был бы еще, блин, гвоздомет, вообще было бы. Это было бы, да, я захотел прямо все и сразу, блядь, как говорится. Всему свое время, Вован, всему свое время. Так. То гвоздродер ему, блядь, и бур, да, чтобы вообще жизнь медом оказалась, а не выживание. Блин, тут страшнейшее, да? Уже 6000 XP мы получили. Еще один очень такой читерский вариант есть. Ну ладно, это потом, попозже. Так, стопэ. Где ты? Где ты дроп скинул? Почему не вижу его? Желтый дым. Не вижу опять дропа не вижу. Я просто он, бля, летает здесь порожняком, нахуй. Мне нервирует меня только.
Где нам должно хватить полностью? То надо шину еще сделать, потом будет, а то мне 48 минут, мне еще, блядь, как-то вообще не алло ходить вот таким инвалидом. Идеал вообще, если бы хотел бы сделать полностью, это было бы еще бомба. А что у нас это делает? Почему она не стоит так? Патрон для максимально изготовить и сразу потом булыжник все делает. Еще 300. Блять, кому, а почему я там бил перед этим так долго? Неужели, что хоть даже на третий ряд вообще было бы бомба? Тогда у нас станет только цемент забубенить. Так, зарядим пушку сейчас. Бежи. Блин. Так, чтобы зарядим его вручную. Вы знаете, когда мы отходим от нее, да, она выключается. Тему молоток. Мне главное, что здесь в этом то, что напрягает, это будет только напрягать. Как его там эти, блядь? Вороны, не вороны, эти птицы сраные. То, что у нас тут со светом, блин, не все так гладко. Если мы отошли, и машина вырубилась, автомат этот вырубился. Так, чуть-чуть. Отлично. Сколько стало булыжников у нас? Ой-ой! Да херай больше. Мы, значит, сможем полностью все это забубенить. И даже снутри пойдем сейчас еще подлупасим. Там те два блока, которые у нас там стоят без дела. И вообще, и по идеалу мне оно было бы. Оно-то надо копать, бля, там я ничего не сделаю. Ладно. Потом, со временем. Что-то мне сейчас вообще не лежит копать. Подошли мы к пушке, и она заработала. Очень удобно. Жаль, что она только, блин, первого уровня. Дамаг у нее маленький. И она уже на пол убитая. Еще пару часов осталось у нас. Сколько пару еще получается? 7 часов до нашей первой волны, друзья. Потом еще, короче, чтобы ему усложнить задание, мы еще поставим Коли в основу ряда. Перед, ну, это уже перед самым окончанием уже.
чтобы им жизнь не казалась сказкой, блин. Даже это не обязательно. Но все равно у нас досок достаточно. Сейчас булыжник уже такой сделаются, чтобы не терять время напрасно и все продуктивно все делать. Нам пригодится. Так, сейчас это укрепим. Потом сейчас сходим за дверью. Значит, еще, значит, сейчас сделаем еще пару дверей. Типа стальных, потому что у нас две двери у нас есть. Нам осталось еще тут сделать две штучки. И, ну, на две я потрачу сталь. Не сталь, а железо. Там железные стенки нужны. Потом максимально ее проапгрейдим. В общей сложности она будет где-то 7,5 тысяч хитпоинтов у него. Блин, это больше, чем достаточно. Потому что на то, что сюда никто никогда не доберется. Может, какой-нибудь коп каким-то, блядь, макаром плюнет так. Удачливо, да? Ну, он это вряд ли, потому что коп не будет на данной сложности пока что. Будет попозже. День 28 или 30. Потом уже демолишн, наверное, пойдут взрывные, взрывники пойдут, ну и так далее, и тому подобное. Так, короче, такие делишки. Так, что у нас с опытом? Ну, у нас уже два левела подняли, да? Сейчас эти два левела и в интеллект качаем. И я хочу уже докачаться до момента, где я могу делать бетономешалки. Ну, вроде бы добыли, нам нужны ресы. У нас, ладно, там 6. Так, сделаем пока что одну печку здесь. Ту печку разберем. Ладно, прострем пару ресов. Ну, что делать? Таков путь, как говорится, да? Так, что у нас здесь? Бетон. Пошли проверим, что у нас здесь. А, мы тут строили блоки. Окей. У нас же блоки есть еще, да? Или мы не делали блоки еще? А, я их выложил, походу. Так, что у нас тут? Цемент. Надо было цемент выложить. Так, значит так, что я хотел сделать? А, факела поставить. Факела, у нас здесь факела. Факел. А, кстати, мне надо было, знаете, что я хочу сделать еще? Хранилище. Гвозди, твою мать. А гвозди делались у нас в станке. О, в этом. В плавильне. И нет. Да, в плавине только с наковальни, да? Походу, а у нас наковальни нету. Поставим пока что по два, будет очень ярко, но лучше, чтобы было быть очень ярко, чем очень темно. Ну. Отлично. Готовимся к первой обороне. Если, друзья, не знаете, как это сделать, зажимаем Shift, да, и просто нажимаем правую кнопку мыши, и все. Отлично. Пока что нам хватит. Пошли по своей лестнице наверх. Потом это мы, конечно, когда у нас будет интерес, я тут разгребу, но это уже будет уже на втором, когда первую волну отобьем. Кстати, я хотел что сделать? Ой, я хотел забрать двери, выложить цемент, пока что он нам здесь не нужен. А вот сколько цемента у нас здесь, смотри, друзья. 3 с лишним тысячи, это очень даже неплохо. Так, это нам надо. Возьмем дрова. Блоки, блядь, я думал, что у нас блоков дохерища, у нас блоков тут кот наплакал. Так, цемент заберем. А, вот что надо было забрать. Так, а что еще у нас здесь есть? Глина нам нахер сейчас не сдалась. Так, что надо было для железной двери? Железная дверь. Так, надо было две штуки. Сколько у нас здесь есть? Еще две штучки надо. Это у нас получается 20 железа. Неплохо. Я бы вообще, по идее, еще сделал железные люки, но там идут, они идут из скрапа, да. Так, что здесь? Гильз, просто целая херва туча. Нет, смотри, гвозди. Можем сделать гвозди. 22 штуки. Два ящика можем забубенить. Это ружье. Разберем его, нет смысла от него. Так,
беспонтовая. Это тоже можно разобрать, тоже можно разобрать. Это можно... Железонаконечники. Да иди ты в баню. Распламивалости тоже не нужны. Это продадим, это про... О, кастет, нет, кастет мы можем одеть, кому-то дать потом лещей. Так, что у нас здесь? Порох у нас идет здесь, да? Порох у нас здесь. Что еще тут, подожди, потому что есть второй уровень здесь, это можно тоже разобрать. Разобрать. А почему ты не разбираешь его? А, я понял. Двери делаются. Хорошо, ладно. Двери делаются. Пошли поставим туда двери. Железные. Ути, красава просто. Ну, ути-пути. Просто шикардосина. Блин, тут все-таки топор довольно-таки мощная штука. Если вот, например, еще пятый уровень, топор пятого уровня, это вообще будет бомбезно. Ну, по сравнению с первым уровнем пилой, да. Хорошо, дверь есть. Сколько там еще? Блядь, минута целая еще осталось. Ну, ешки, матрешки. Ладно, пока пошли укрепим основу. Кстати, это так, ну это нам так не так уж важно на данной стадии. Это пока что у нас только мокрый цемент, да, друзья, это не цемент. Нам еще после этого еще надо будет его проапгрейдить, пока когда он высохнет. Главное, что стержень у нас будет мощный. Потому что это является основой конструкции. Не так довольно-таки стабильная, но... В дальнейшем, когда мы будем... А, цемент закончился. Когда мы будем развивать дальше наше строительство, там довольно-таки, блин, важно будет конструкция. Надежность конструкции, вернее, не конструкция. Так. Да что ж ты будешь делать? Седьмерка. Простые блоки. Ну все, у нас довольно-таки неплохая уже оборона здесь. Так, дальше что хотел сделать? А я хотел сделать вот что я хотел сделать. Где-то там. Спайкс. Сколько мы можем сделать? 149. Нормально, блин. Пусть делает. 149 штук, 12 минут. Нормально. Блять, я хотел шину сделать. Вот что я хотел сделать. 35 минут еще осталось. Надо типа попить водички, кстати. Ну, блядь, шина жалко, блин, жалко. Не, ну не будем мы шину делать нахер. Мне жалко... Как его? Забыл. Клейкой ленты жалко мне, не хочу я. Так, с седой у нас напряжно. Да, с седой у нас напряги, конечно. Вот это меня раздражает, то, что у нас с седой проблемы. Кстати говоря, сколько у нас очков? 2. Значит, что сделаем? Где-то здесь был... Уложим сюда одну. И в интеллект одну. И тогда мы сможем... Слушай, скоро прокачаемся, у нас нормально, это не страшно. Я просто хочу, не хочу тратить... хороший... куски мяса на какую-то гадость. А почему ты не готовишься? Что случилось? А мясо-то взять надо, блять. Алло, Вован. А яичек нет у нас? Яичек нету. Там яйца с беконом забубенить, не? А это можно что-то с этими грибами сделать что-то? Я как-то просто не в курсе еще. Жареное мясо. Нет, нету ничего. Тут у нас были гнезда, давай посмотрим, может быть у нас тут...
Есть какое-нибудь яичко, но тут пусто. Да нету, ничего нету, скорее всего. Тут же нужно уже полазили. Жареное мясо берем. Все получается нормально. Так, что у нас здесь? Детали, куда мы идут? Сюда детали идут. А что здесь молоток делает? Я не понял. Лё, здравствуйте, сюда. Молоток нам понадобится. Да, поставим, потому что для строительства... как называется этот... мастерской надо будет молоток и гаечный ключ один. Потому у меня есть... было два гаечных ключа. Куда он делся? Или я разломал его уже? Вот тупица, блин. Так, это можно разломать, кстати. Довольно 263 патрона. Вообще бомба. Очень даже неплохо. Так, 32. Это что здесь у нас? Это дубина, это можно продать. Гильзы. Перекладываем сюда, 400 штук. Гранаты не буду брать, пока радиус взрыва, урон по блокам 10. 3 секунды. Блин, ну не, мне нужно в данной стадии. Ничего такое сверхъестественное, что у нас здесь происходит. 10 минут, 3. Окей. Как скажете. Сэр. Так, это что он... А, вот. Найти сюда, иди сюда. Тебе здесь не место. Потому что думал, что это где-то же я откладывал их отдельно. Я их не демолишил специально. И шишки я сюда даже переложил, блин. Все у меня здесь валяется, почему-то интересно. Это мы потом посадим. Кстати, можем делать кофе? Давайте посмотрим, могу. А, уже намекает то, что, друзья, готовьтесь, нам скоро будет пиздец, как говорится, да? А у нас кофе может? Кофе ты можешь делать, дружище? Да, можем делать кофе, отлично. Бутылированная вода. Сколько у нас кофе? 6. Значит, сделаем так. Вот так. Кофе это... А, там еще и чай был. Вот. И еще чай мы сейчас забубеним. Это вообще вещь незаменимая. Нет, сука! Блять, я так и знал. Я так и знал, твою мать. Значит, это мы тоже можем сделать. Бля. Вот я лохопедина. Вареная кукуруза. А ты в жопу. Ну как так? Твою дивизию, блядь. Вот это облом. Это облом, друзья, скажу так. Это такой фейл. Твою мать. Так, сколько у нас? 4. Так, значит, так сделаем. Кофеек мы выпьем сейчас. Кукурузный хлеб. Мы витаминки скушали, да? Значит, можем есть. Мы сейчас не получим отравление, блин. Печально. Ну что сделать? А, так, спирт, денежка, это нам не нужно. Нам надо воду, вот что надо. Кукурузный хлеб. Изготовить пока что 2. Бутылирована где-то у нас вода. У меня вода здесь. 10 минут, значит, 5, мне пару дровесин положить, пусть работает так. 20, до часа набьем. Пусть он будет заранее здесь валяется. Ну что ж, готовимся к волне. Так, весом скидываем. Оружие забираем, акустик, иди сюда, третий уровень, нормально пойдет, попрет.
Снайперку можем взять, но ладно, возьмем, черт с ним, пусть он валяется, да? Что мы можем выложить сюда? Это можно выложить. Мусорная пушка, сталь. 19 часов, да? Это можно выложить. Мясо. Выложить. Что у нас здесь? Где наши запчасти, детали? Здесь были, да? Вот они, да. А это выложить. А, даже не надо было, даже может что-то поремонтировать надо будет внизу там у нас. Так, металл есть, так, патроши есть, акусик в первый слот. Во второй слот поставим вот эту. Нет, третий получается, да? Во второй слот пистолет. Дробаш пусть остается. Что еще у нас там есть? Пила, она не нужна. Так, что можно починить? Пистолет можно починить. А, так, цемент пусть там валяется. Это можно нахренизовать. Что у нас здесь по воде? Чай. Выпьем. 80 еды у нас хватает. Нормально. Так, что у нас так? Сколько надо еды? 4. Да, воды хватит пока что. Да, я слышу вас, друзья. Я уже занимаю позицию. Это закрываем. Ну что ж. Погнали. Блять, я не успел шипы разложить. Может, успею еще так. Хера не вижу. Так, сейчас тут, блядь, попрут на нас. Попрут сейчас на нас, блядь, паскудники всякие разные. Да, я не смогу полностью заделать. Спайкс. А где дрова? Блять, я дрова выложил. Ну еб твою мать, дубина. Ладно, черт с ним. Короче, ну что ж. Довольно-таки не темно, но... Увидим зомбарей. Так что ожидаем, блядь. Прибитие, блядь. Я уверен, что у нас даже... Я думаю, что мы даже не почувствуем, по большому счету. Меня больше если эта птица напрягает. Начнем делать, друзья. Значит, вот так сделаем. Будем ожидать их сюда. Они попрут, тут еще в этих зацепятся... Посмотрим, как получится у нас. Так, 9 часов. Так, хорошо. Для не пожавшей у нас энергии мало, блин. Ну, твою мать. Как-то не по плану все. Ну да ладно. Всем-то там, всем в том-то и вся прелесть, как говорится, да? Так, а что у нас по городу? Где я? Че, я куда я скинул? Шеф-повара я кинул, да? Мясорубка, блин, на 20% меньше мяса в рецептах. Тоже хорошая вещь. Блин, все равно, короче, готовить этим. Ну, не знаю, почему, вот, например, жареное мясо у тебя есть, блядь, сколько там процентов дизентерии? Это жареное мясо, на термической обработке. Какого хера? На гриле пожаренное. Не знаю, странно. Так, ну, пока что у нас освещения хватает на вот этот весь овраг, да? Тут здесь погуляем, тут по кругу, да? Вроде бы всего достаточно. Можем еще какие-то, еще потроши сюда засунуть? Походу нет. Как-то тупо.
Ну да ладно. Только подобрать пушки и все. Зарядить никак, да? Ну тоже неплохо. Так, 22 минуты. Ну сейчас будет, сейчас будет. Ждем. Ну как факт, первые волны, они маленькие, они небольшие. Сейчас, главное сейчас засечь, с какой стороны пойдут. Если был бы электрический забор, вообще бомба была. Ну, с электрическим забором это, конечно же, в дальнейшем будем развиваться, потому что там и наука, эти очки должны быть. И, ну, сейчас увидите базу в действии, друзья. Потом здесь еще будет внизу свешиваться вот такая вот защита. Ну, типа, оставить здесь только один такой уголочек, чтобы, например, вот, потому что когда получается, когда копы бегут, они вот там где-то останавливаются, и они, видите, они тебя плюют, и все. А когда у тебя впереди вот такая главное, что делается с металла, да? Металлическая решетка, он подбегает сюда, типа пытается к тебе добраться. И главное, чтобы вовремя убить, потому что, конечно, он здесь становится, он тебя увидит, но... Если ты увидишь, ты, кстати, увидишь его первого. Его в первую очередь всегда сливать надо, но как ты сам прекрасно знаешь, что это они и демолишены. В первую очередь сносится, да. Ну и потом крикухи и всякие остальные, блин, нечестивые силы. Так что это не проблема в этом плане. Да, что-то я подтормознул и молись с этими колями, блин. Что-то я там запарился с жрачкой. Ну, это все диарея, это сраная. Мне все перепутало, все эти карты. Ну что, ждем первую волну. Плохо, что у нас нету мушки никакой, да. Будем, ну, то не мушки, а прицелы, какой-нибудь коллиматор или что. Ну что, будем стрелять с турки. Типа, все равно сейчас... Ну, конечно, будем стараться в голову пасть, потому что у нас урон по голове, короче, сейчас идет сколько процентов? У нас сила идет. Силач. Вы очень сильны, все нормально. Ну вот, они уже добежит уже первая тварь. Ну вот, они бегут, бегут все. Давайте, пацаны. Ну вот, видишь, они бегут. Нихуя он тут. Ну вот, они же прибежали. Они даже, видишь, они пытаются найти способ, как до меня добраться. Но они не могут. И вот, видите, а мы просто их глушим. Видите, даже они ничего не могут сделать. Они бегают как тупые лошары. А я не знаю, почему-то ломает домик. Ну вот они бегут сюда. Смысл. Видите, они бегают вокруг и ни хера не могут сделать. О, смотрите на них. А мы просто их глушим отсюда. Ну и все, и так мы работаем. И неважно, какой уровень, только единственное, будет потом улучшить защиту. Ну, это с процессом. Ну вот. Вот бегают здесь, да, как обосранные. Не вижу, что там что-то происходит вдалеке. Ну вот они тут. А мы тут вообще без напряга, просто. Здравствуйте, здравствуйте, до свидания, до свидания, до свидания. Ну. Ну, вот эти прыгают, и, блядь, и все прям... И еще минус. Ну. Они ничего не могут сделать. Они просто бедные страдают. Они просто бедные страдают. Ну и куда ты? Ну и куда ты?